Завершился 2014-2015 учебный год. В этом году 11 класс закончили, сдавали ЕГЭ. У нас 357 детей. Из них на сегодняшний день получили уже медали 56 учеников. Это российские медали, которые дети обучались в 10-11 классах только на пятерке. И 6 учеников, выпускников получили татарстанские медали, которые там уже более жесткий отбор. Там, если ученик сдает экзамен, по этим экзаменам он должен набирать более 75 баллов. И есть дети, которые не смогли пройти порог. Это 12 учеников по математике, и вот поэтому они пересдали, скажем, мы ждем оценки их 3 июля. Хорошо сдали ученики лицея, гимназии номер 1, гимназии номер 3, Таталкиш, даже вот, значит, сельские районы, Татбагана, вот эти школы сдали очень хорошо. Но слабо, конечно, надо сказать, и есть школы, где выпускники сдали очень слабо. Это Александровка, это Кубасы. Вот в таких школах оценки детей, баллы наименьше. И надо сказать, в этом году есть нововведение немного. Значит, есть математики и русский язык, были базовый уровень и профильный уровень. То есть, если ученик, выпускник идет в точные технические вузы, они должны обязательно сдавать профильную, значит, математику. А кто на гуманитарный идет, им и базовый уровень математики достаточно.